И всем привет, меня зовут Богдан Кот или Богдан Котейка, как вам удобно меня называть. И сегодня мы играем в Ragdoll Sim, потому что здесь вышло обновление. И появился какой-то тапок, смотрите. Там вот тапок появился. Я не знаю, что еще появилось, я вижу тут какую-то гору, вот, маленькую. И больше я ничего не вижу пока что. Но мы сегодня будем осматривать, что тут вообще добавили. А, добавили новую горку. Большое инкоминг. А, большое обновление скоро. Реновейшн и багфиксес. Майор Кар... Update incoming. Следующее обновление 09.01.22. Это получается когда у нас? Сентября 1-го, что ли? Я не знаю. Ну ладно. Так, ну что, давайте уже начнем. Кстати, я вот такой вот в Ragdoll Sim сделал скин. Панамку вот такую вот, очочки и скейтборд. Так, погнали мы за Валеркой, получается. Так, Валерка у нас тут. Здорово всем! Да, Валера, здорово! Сколько лет, сколько зим не виделись! Так, я не вижу пока что новую горку, кстати. А, вот новая горка, ребята! Обязательно на нее сходим. Сегодня, Валерка, мы проверяем новые вещи. Нас уже сбил новый какой-то кроссовок. Ну, и сейчас мы пойдем на вот это вот поле. А, нет, оно уже было. Тут вот этой вот горы не было. Сейчас мы туда попробуем залезть как-то. Еще вот этих вот зеленых штук не было каких-то. Так. Ну, гора как гора. Я не знаю, что это за зеленые штуки. Давайте посмотрим, что это. Это обычный баг, наверное. Ну, мы сейчас должны вон туда, на эту горку, с вами спуститься. Тут у нас тоже какой-то предметик. А, он старый, я его когда-то видел. Так, телепортируемся и с Валеркой, и у нас это не получится сделать. Так что я сейчас с Валерой и заберусь по горке. Ладно, ребята, ждите. Ну, а пока я иду, вы можете и лайкосик поставить. Кстати, давайте мы остановимся, и я покажу вам цель. Да, цель вернулась. Цели вернулись. И сначала мы обсудим картинку. Это Валерка с татуировками, и в него летит молот, стрелы... И гранаты, и ракета сквозь него летит. Ну и сегодняшняя цель это 6 лайков и 30 подписчиков. А еще моя цель это 30 подписчиков до конца лета. Так что надеюсь вы осуществите эту цель, потому что до конца лета осталась неделька. Вот так вот. Ну что, я пошел дальше. А вы ставьте лайк. Как бы цель 6 лайков, да. Ребята, произошло такое, я на конце горки потерял Валеру. Ну ладно, мы одни, значит, на горке это скатимся. У-ху-ху! Я хотела, чтобы Валера первый скатился. У-ху! Значит, мы в следующей серии скатим Валеру с этой горки. Офигеть! Сейчас пойду ему хвастаться, как было круто на этой горке. У-ху. Вот там я еще и так лечу просто с этой радужной горки такой. Вот так вот бум-бум-бум. И падаю в конец вообще на скейтборде вот этом своем на спине, так как летаю. Да, это интересно, но я хотела бы это ощущать на своих эмоциях. Ладно, ребята, я уже тут Валере полную историю, как я скатывался с горки, рассказал. Вот так вот. Так, ну мы пойдем с Валерой сейчас. Не зря мы сидели в нашем доме, в котором пусто только одна кровать. И мы пойдем вот на нашу лодочку с Валерой, да, Валера? Да.
Если я не ошибаюсь, мы в какой-то части с Валеркой уже на этой лодочке катались. Или это я один без вас катался, я застрял. Так, ладно, я не застрял. Так, Валера... Валера утонул! Спасать! Скорее! Кусать! Кидать! Короче, Валера, ты сидишь тут? Точнее, стоишь, судя по всему. А я сижу тут. Надеюсь, Валеру не укачает. Стоп, она... А, тут вот такое вот управление. Стопэ, 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 стопэ. Просто еду каба... Валера, приехали. Вот... Так, ладно, Валера, мы что-то немножко врезались. Да. Так, ладно. Как? Что? Мы едем? Богдан! Богдан! Кот! А, чё, меня звали? Меня? А, куда я подпрыгнул? Валера, ты меня звал, что ли? Чё такое? Чё я уснул на середине моря? Точнее, не на середине. Да тебя на первой же волне укачало. Ты чё? И ты уснул. Я тебя еле-еле откачал. Валера! Валера! Валера, блин, я тебя сейчас сшибану со всей силы об стенку. О, чего? Ты от первого же моего снежка откинулся. Ты чего? Все, пошли дальше, ребята. Короче, на лодке у нас не получилось покататься. Напишите в комментарии, правда же ли, что меня укачало или нет. Или это был мой сон, как мы по морю тут плавали всему. Так. Теперь мы поездим на машинке, Валера, твоё любимое, хе-хе-хе. Нет. Ну, кому как. Так, Валера, я сейчас сяду, не беспокойся, я хороший водитель. Очень охотно хочется в это верить. Ты хотел сказать, очень охотно в это верится? Или... Валера! Богдан! Богдан! Да кот! Что я делаю в воде, Валера? Ты что, меня скинул? Нет, ты вообще-то на первой кочке как подскочил, в озеро упал, машина утонула, ты всплыл. Вот так вот. Сейчас, Валера, повторится то же самое, что и было... В прошлый раз ты от первого моего снежка откинешься. Не надо. Ладно. Валера! 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 Да чё? Хочешь фокус покажу? Да фокус заключается в том, что ты во меня снежок кинул. Нет, мы сейчас полетим. Не хочу. Захочешь. Валера, мы летим. Из-за тебя мы не летим вообще-то. Да я не знаю. Да, Валера, господи. Что творится с тобой сегодня? Валера, улетаем. Нет, мы не улетаем, потому что ты, блин... Я без тебя, короче, полетел. Все, пока. Ты куда? Никуда. Я просто улетаю. Арабская ночь, волшебный восток. Там корабль, туда я даже не хочу лететь, а то снова укачает. Стоп, я же в это не верю, в эти детские сказки Валеры. Он так мне все время за кадром рассказывает,
сказки, что он увидел на ролике, что я как-то его полюбил, хоть я его и ненавижу. Вот так вот. Валера, я возвращаюсь к тебе. Ура! Я смог доказать, что Богдан меня любит. Он возвращается ко мне. Я не поэтому возвращался к тебе. Я потому что нужно новый ролик снимать и над тобой эксперименты делать. Блин!